Леночка-теньковка похожа на весничку. Может быть, чуть меньше по размерам. Весит граммов 8-9. Гнездо полушаровидное располагается не на земле, а подвешено невысоко. Главное отличие теньковки от веснички, конечно же, песня. Громкая, мелодичная тень-тень, 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 которым самец, сидя на вершине какого-нибудь большого дерева, обозначает границы выбранного для гнезда участка. А вот он и сам. За это пение и получила птица свое имя.